Магазин «Аврора», поселок Котовская. Цены вот со скидочкой буду вам показывать. Кофе 54, было 64. Да, кава такая. Якобс. Медички. Цикорий. Ну, желейки, да, кто хотел по 12, везде по 18-20. Ну, здесь классные. 34 грамма, маленькие по 12. Очень хорошо, были влюблённые, вот скоро с этим классно. Всё, работай. Да, вот косточка такая. Опять смотри. Угу. Да? Хорошо. Кофе 34. Это палочки какие-то хлебные. Чай черный. Хорошо, у нас крем-паста. Конфетки житомирские ласочки. Вот тут ассортик. А нет, это один сорт. Формочка. Чем оно? Нет цены. Перец по 8. Картопля, это вот эта штучка, 29 гривен. Формочка 22. Сеточка для чая 17. 17 такая сеточка. Ложки, смотрите, что хотите есть. Чайник 279, вот такой чайничек на газ, экономит электроэнергию, на газу можно чайчики делать, водичку купить. Миска глубокая. Так, а был 139. Фляга 50 гривен. Фляжка. Так, 11. Будки 32. Металлические щеточка 11. Сетка для раковины. Надо искать сетку. Надержимая сетка надо. 5 рублей сейчас сеточка такая. Давно их не было.
вечеринки та бери участь в акції «Повертай людям домівки». 10% від продажу ми передамо через юнайтед 24. Маринчика. Мы такую купили маницу. Обалденная, кстати. 29 гривен. А вот такой набор. Губку сюда ставите. Тут видно моющее средство. Дозатор для мыла кухонного. Интересно, новинка какая-то приходит, кушает. В туалет. Вот еще у нас блок. Семь килограммов 300 было 400 какой-то за 210 галлон без скидки 400 стоит 2 кило. Так, ну все, дорогие, еще покажу. Следующее видео, увидимся. Пока-пока.